Если у вас в мэрии все получится. Все получится. Ну, если у вас все получится. Все получится. Рассматриваете как-нибудь дальнейшую политическую карьеру на других постах? Во-первых, сегодня то, что я делаю, это то, что я обязался сделать перед нашими горожанами, и я буду это делать ежедневно. У меня 4-летний мандат впереди, я этим буду заниматься ежедневно, так, как обещал. Поверьте, у меня практически не было ни одного выходного дня за последние несколько месяцев. Я не просто так, но чтобы было понятно, когда я сказал, что 24 из 24, если надо будет, и 7 из 7. То есть никаких вариантов, что в случае чего вы, может быть, можете быть кандидатом в президенты в этом году? Еще раз повторяю, 4 года у меня впереди, я буду работать эти 4 года на благо горожан. А потом? Что потом? Готовы рассматривать другие посты? Вы знаете сказ про Хаджуна Середина? Вы рассматриваете для себя? Что я рассматриваю? Ну, я рассматриваю работу. Президента. Еще раз повторяю. После мэрии. Понятно, что это парашют на очень такую, дальше, только выше. Наталья, я работаю на благо горожан. Премьер, спикер, президент. Наталья, я занимал очень много государственных должностей. И везде пытался работать достаточно хорошо. Конечно, я не буду давать себе оценку, но старался и стараюсь впредь.